Всем привет, с вами канал А24, и сегодня мы находимся в Америке, трак-симулятор, и сегодня мы рассмотрим Kenworth T800, который 2007 года, по-моему, и мы его сейчас рассмотрим, просто уничтожим его, и все. Дай смотреть. Нет, ребят, реально, давайте смотреть, очень интересно, на самом деле, мне и все писали там... Серый, когда будет Америка? Когда будет Америка? Сделаем, ребят. По-любому сделаем Америку. Ясен хер, сделаем. Только вот когда хер его знает. Постараюсь в эту пятницу сделать Америку. Либо мы сделаем ее попозже. Потому что, ребят, я говорил на стриме то, что у нас планируется в эту субботу сделать марафон с Егором. В субботу на воскресенье. Будет он, либо не будет. Знает, но вы поняли, по губам, я думаю, прочли. Давайте дальше, смотреть по моду. Что у нас касается мода? Тут у нас, тут, морда меняется. Хорошо. Мы возьмем вот эту морду. По шасси, 6 на 2, либо 6 на 4. О, 8 на 4. Окей, двигатель. Покаровский 13, ESX 15. Где-то я видел этот двигатель. Правильно, интернационал 99.00i, который вышел, и там 15 SX, хе-хей. Короче, Caterpillar C15, 13, на цвет и вкус вы можете. XX 12, кстати, давненько, не, подожди, 12-ки они всегда воспользуются, всегда. M13, они различные, какие хотите. Соответственно, на цвет и вкус, все это стандартные двигателя, которые идут. Дальше, по трансмиссиям. Что дальше у нас? По трансмиссии у нас 10 передач, 13 передач. Есть ли двенашка? 10 передач, 18 передач, 6 передач. О, обычная шестерка есть. Что-то много, реально очень много передач. По трансмиссии достаточно много. 7 передач. С ретардером шестерка. То есть на цвет и вкус. Слушайте, а это же если на нем буду кататься, я хер поставлю двенашку. Но придется на шестерке, если вдруг кататься. Ладно, хорошо. Мы шестерку, да, правильно поставим? Да, все. По интерьеру. Слушайте, а мне нравится по интерьеру. Очень интересный интерьер. Качественный. В принципе, в целом каким-то... Ну, класс, реально класс. Я не могу сказать, что прям говно и так далее. Да ни в коем случае. Класс, мне нравится. Топчик, просто топчик. Дальше, по покраске. На цвет и вкус вы можете выбрать черный цвет, либо польский цвет, либо металлик голубого, что ли, такого плана. Металлик на цвет и вкус вы хотите, какой хотите. А хер там, вы не поставите его. А, вот здесь, да. Давайте поедем на розовом. Я знаю. Поехали на розовом. Пофиг. Давайте все розовое поставим. Чисто на розовом поедем. Да. Я знаю, что вы скажете, будете писать, серый, ты что издеваешься над грузовиком? Да пофиг. Ну, это обзор можно, в принципе. Ладно. Не будем. Это, с моей стороны, как канал 24, нельзя так делать. Не будем. Дальше, по аксессуарам. Что у нас тут-то? Здесь мы можем выбрать X15, я так понял, что возможно типа якобы какой двигатель. Но на самом деле у нас X15 стоит, ладно. Здесь бампер, который можно добавлять освещение, хорошо. Плюс мы здесь можем, а вот здесь косяк, видите, вот здесь косячок. Здесь малейший косячок, это я так понял, что скорее всего вот здесь где-то, наверное, должно быть стоять. Тут косячок есть, ладно. Дальше, плюс фары меняются на цвет и вкус. Здесь фильтра можно поставить любые. Или не фильтра, а вот это именно. Дальше. В принципе, все. Где-то может быть, ребят. Так, а что у нас? Сверху можем убрать. Либо так, конечно так. Либо и дальше вот это. А что оно через текстуры что-то? Ладно. Все. Если где-то что-то не посмотрел, ребят. Ничего страшного, я думаю. В этом не... Сами, в принципе. Дальше. Так. Фильтра, понятно. Руль. Руль у нас меняется без всяких проблем. Хорошо. GPS. GPS, пожалуйста, без всяких у нас. Вот тут мы его поставим.
Дальше. Здесь подстаканники можем поставить. Кружки различные, все это ставится без всяких проблем. КПП, наверное, да? Да, КПП, у нас все это вкус мы можем выбрать. Очень различный вкус. Очень. Классический. Обычный классический. В принципе, все, да? Это что? О, понятно, рацию. Ага, понял. В принципе, все. Окей, давайте смотреть. Мы сейчас покатаемся, посмотрим, может, реально на нем как-то скатнем. Почему бы и нет? Что касается, еще раз, ребят, этого. Господи. Марафона. Сделаем. Постараюсь сделать. Постараемся сделать. Это все зависит уже не от меня. Это все зависит от Егора уже. Будет он или не будет. Звук. Ну, обычный, простой звук. Стоп-сигнал работает. Хорошо. Время у нас 1:42. Работает, все верно. Поворотники есть. Анимация есть. Дворники есть. Хорошо. Звуковой сигнал. Есть. Свет. Хер его знает. Я не вижу. Вроде работает, наверное. Ладно, аварийка. Работает. Хорошо. Стоп. Ребят. У нас стоп-сигнал работает. Ой, не стоп-сигнал. У нас работает. Я вот нажимаю на тормоз. У нас анимация есть. Тормоза. Видите? Отпускаю, все работает. Я просто сколько уже модов снимаю, я ни разу не видел то, что у нас будет, когда ты на тормоз реально нажимаешь, у нас анимированный тормоз такой. Потому что всегда, сколько модов смотрю при заводке, да, всегда там анимация тормоза, там сцепление и так далее. И все. То есть у нас анимация прошла. Здесь, пожалуйста, анимация у нас все работает. Круто, круто. Поехали. А ну-ка, 6 же, да? Да, все, 6, поехали. Прокатимся, посмотрим на красавца, что он из себя представляет. Я знаю, что давно вы просили у меня Америку. Говорят, говорите, сделай, сделай, сделай. Я, к сожалению, не всегда выполняю ваши требования. Тут, извините, пошли вы в баню, ничего не хочу с вами иметь. Я, вот тут обзор имеется. Какие-то сообщения приходят. Короче, что могу сказать по моду? Мне нравится модик. Мы сейчас посмотрим, есть ли у него сцепочка. И тогда уже все решится. Не, на самом деле, без шуток. Без шуток. Мод, конечно, классный. Мод, конечно, классный. Покататься на таком красавце, почему бы нет. И я за. Реально за. Очень за. Вот время надо, ребят, время надо. И, соответственно, я знаю, что у парней не у всех есть Америка. Конвой. Не имеется в виду Америка лицензия. Сейчас подарить очень сложно ее. Сейчас уже тем более сложно. Давайте мы сейчас посмотрим, есть ли у нас цепочка, хотя бы что-то. И поэтому стараемся, конечно, делать всегда ближе всего ЕТС-ку. Потому что, хотя Америка уже давно, реально не была давно. Я не помню, когда последний раз была Америка. Что касается у нас... А у нас водилы, кстати, нету. Плохо. У нас водилы нету. Сцепочка у нас работает, пожалуйста. Прям вовремя. Сцепочка у нас работает, пожалуйста, без всяких проблем. Покататься на таком красавце, почему бы нет. Я вам гарантирую и советую. Это 100%. 100%. Короче, ребят, вот такой у нас мотик. Мы сюда заедем. Я вам советую 100% на таком красавце покататься. Если нравится, почему бы нет? Я только за. Я только за. Мне лично, как каналу 24, как обзорчику, я скажу так, мне очень сильно нравится. И я думаю, что когда проведем стрим по АТС Америки, по-любому на таком красавце мы прокатимся. С вами канал 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. Пока-пока.